Далее коротко о других событиях этого дня в нашей постоянной рубрике «Дайджест». Администрация Кунгура приглашает всех горожан принять участие в выборах губернатора Пермского края. Для тех, кому сложно добраться до избирательного участка из отдаленных мест проживания, и для удобства избирателей будет организовано движение автобусов. Так, жители микрорайона поселок Машзавода смогут доехать до избирательного участка в Доме детского туризма. Отправление от конечной на поселке каждую середину часа с 10:30 до 18:30. В микрорайоне Засылова для избирателей будет курсировать автобус до сельскохозяйственного колледжа. Отправление от тубдиспансера каждый час с 10 до 18. По пути автобус делает несколько остановок у аптеки, торгового павильона и дома по улице Шаквинская, 19. Обратно можно доехать каждую середину часа по такому же маршруту. То же самое касается и жителей домов, расположенных неподалеку от пятиэтажки по улице Березовая. Отправление от дома с 10 до 18 каждый час. Автобус проедет через улицу Карьерная и учхоз СХТ. В Заиринской Слободе автобус будет курсировать по маршруту конечная улица Луговая, школа номер 10. Отправление от домов каждый час с 10 утра до 7 часов вечера. Микрорайон кирпичного завода также не останется без внимания перевозчика. Здесь добраться до избирательного участка можно, начиная с 10 часов 30 минут. Автобусы пойдут с улиц Боровая, Сосновая, Путевая и от перекидного железнодорожного моста в районе старого кирпичного завода. Вся подробная информация на экране. Увлекательные выходные ожидают кунгуряков по разнообразию и количеству мероприятий. Во Дворце культуры «Мечта» 10 сентября пройдет настоящий киномарафон с показом фильмов, снятых на кунгурской земле. Это может стать отличным поводом поностальгировать в компании друзей. ДК железнодорожников проведет день открытых дверей театрального коллектива «Джаз-театр» в 14 часов. А в библиотеке номер 6 с 10 утра состоится выставка кунгурской изо-студии «Контраст». Также клуб «Эврика» в микрорайоне Нагорный проведет день открытых дверей с 10 утра. А на Дальнем для детей и родителей будет организована игровая программа возле клуба. Начало мероприятия с 12 до 3 часов дня. Абсолютно все мероприятия, в том числе и кинопоказ, абсолютно бесплатны.